Всем добрый вечер, публицист Андрей Невский. Сегодня поработаем над, ну это как бы уже тактика, техника, да. Когда я проигрываю движение, мой партнер переворачивает, берет партнер, и у него хорошее положение обратно. Вот, в борьбе, ну и в стойке то же самое, постараться в этом положении на спине мне не задерживаться, а тоже в темп движения, пока у него нет хорошей опоры, перевернуться еще дальше в это же положение. То есть партнер меня перевернул, вот он, да. Если я остался на спине, все, я проиграл положение. Угу. И вот пока он движение не... пока он равновесие не нашел, я тут же продолжаю его движение. В другую сторону. Работаем. Я перехожу здесь и сразу ногами отрабатываю живот. Вот отсюда. Сразу отрабатываю живот. Там, если я чуть-чуть опоздаю, я сразу останусь на спине. Вот я сейчас чуть-чуть задержусь. Вот чуть-чуть прав, и уже тяжело уходить. Немножко возвращаюсь, я чуть-чуть держу, вот отсюда. Вот движение. Без партнера покажу. Вот я проигрываю движение. Вот я проигрываю движение. Если я остался вот здесь, я проиграл. Меня переворачивают, я группируюсь и тут же вот сюда. Переворачивают, тут же вот сюда. Это движение можно действовать, делать не только вот в этой конкретной ситуации, а как принцип использовать. То есть меня переворачивают, я тут же продолжаю его движение или свое движение. То есть двигаться, не останавливаться, не сепариться. Все, спасибо. Делаем.